Я считаю, что основной точкой отсчета является уровень профессиональной подготовки врача. И в первую очередь нужно на это обращать внимание. Потому что понятно, что врач, посвятивший там половину своего трудового пути совершенствованию, да, не будет работать в клинике, которая не может давать ему возможность себя реализовать. Поэтому как бы закономерным достаточно является, если специалист с высоким уровнем подготовки, да, работает на каком-то месте длительное время, значит, его что в первую очередь устраивает самореализация, как врача. А для того, чтобы она была, значит, клиника должна быть, соответственно, оснащена. Поэтому все отталкивается, собственно говоря, от того, какие требования к качеству своей работы предъявляет специалист. И они тем выше, чем выше его профессиональный уровень. Есть понятие определенного багажа, да, клинических случаев, и это первое. Второе, безусловно, на сегодняшний день достаточно высокий уровень диагностики, который, значит, присутствует в городе. А в-третьих, результат – это технические возможности, то есть возможность применения тех или иных аппаратов медицинских. Это лазер, это пьезохирургия. Это серьезные, с высокими возможностями установки немецкого производства, которые позволяют мне, еще раз повторю, самореализовываться, то есть не ограничивают мои возможности, в первую очередь, за счет этого. Ну и, безусловно, взаимодействие с врачами других специальностей, когда мы все вместе понимаем, да, какой есть, какая этапность и что на каждом из этапов лечения пациента мы хотим достичь. Вкратце, если сказать о пьезохирургии, задача была при создании подобного рода хирургического инструмента, ну, несколько было задач, основные были какие? Минимизировать травматичность вмешательства и сделать работу в костной пластической хирургии, сделать ее более точной. Соответственно, применяя этот инструмент, последствия, да, то есть реабилитация после операции пациентов, качественный показатель при пересадке кости или там операциях, связанных, например, с вмешательством в ту же гайморову пазуху, да, минимизировались осложнения после этих вмешательств, пьезохирургия дает такие возможности, и особенно операции, связанные с пересадкой. Приходите к нам на лечение, всегда готовы оказать своевременную, правильную и хорошо прогнозируемую в результате помощь.